Всем привет, ребята, с вами Жека Про... Ой, какой Жека Проблокс? Я уже это поменял название, да, ребята. Жека Проблокс. И сегодня я поменял свое название и картинку. Так вы помните, ребята, мой канал назывался Жека Проблокс? Да, я только что сказал Жека Проблокс. Я ошибнулся. Теперь мой канал называется... The Roblox. Ой, Roblox, да. И да, ребята, я поменял это название на Жек Roblox. Ну, потому что моя, да, ребята, моя название канала такая длинная. Я думаю, фу ты, надо уже поменять уже название. А то мне это уже название не нравится, ребята. Так, ну ладно. Да, ребята, еще я поменял картинку. Да, там уже написано The... The, да, ребята, The Roblox. Да, там тоже на картинке написано The Roblox. Помните, ребята, у меня была картинка, да, картинка Жека Roblox с черным фоном. Раньше у меня была старая картинка, которая была татуировка Play, да. Изначально у меня канал называется... Изначально у меня назывался канал Жека Проплей, потом я переименовал и написал Жека Проблокс, а после Жека Проблокс я написал The Roblox. Ну, ребята, я просто так сокращаю Жека Проблокс, ну то, что я The, я так сокращил. Так, ладно, давайте дальше проходить. Пока что наш гопник проходит паркур, успей за 5 секунд поставить лайк и подписаться на канал. Мне очень будет важно, да. А для вас будет несложно. И при этом просмотра. Ну что, я считаю. Раз, два, три, четыре, пять. Успел. Молодцы. Да. Поставь лайк и напиши комментарии. Да. И смотрите дальше. И что, ребята, вы видите на своих экранах? Да, эту картинку The Roblox. Да, вы видите. Ребята, да, ребята, будет вторая часть про эту историю. Да, я не буду, да, ребята, я не буду играть в Roblox. Я покажу все вам. Все покажу, почему я переименовал свой канал. И почему. Да, ребята, я вам скажу во втором части. Ну, давайте смотреть, что наш гопник делает. Он проходит паркур. Не такой сложный. Да, ребята, давайте еще поговорим. Да, ребята, там нажимайте на кнопочку о канале. Да, даже есть скриншот, да, о канале. И там вы видите, там все написано. Там написано, что будет новый ролик. И, ребята, еще там написано то, что я... Да, это то, что там написано про The Roblox. Да, там написано про, да, ребята, почитайте и узнайте, почему... Я так переименовал. Ребята, и еще о канале будет меняться это, ну, эти слова. Да, я могу их поменять, и вы можете узнать всю информацию, почему так я называл свой канал. Ой, вы видали? Гопник упал. Ладно, круто. Давайте посмотрим. Кстати, он так мог пройти. Давайте даже посмотреть, что он делает, пока он проходит. Паркурчик. Ой, даже он умер. Смотрите, как ему скрутило голову. Ему башка раскрутила. Ему просто колбасит. Голбасик. Да, голбасик. Ну, он не везунчик. Смотрите, как он умер. Смотрите, еще у него майка Adidas. И с черным фоном. Да, круто, да, ребята? Круто. Ладно, давайте дальше проходить паркурчик. Так, мы проходим эти какие-то палочки толстяшки. Ладно, давайте дальше проходить. Раз, два, раз, два, раз, два. Да, он так проходит, интересно. Ладно, давайте еще поразговариваем. И еще, ребята, вы заметили, как гопника истории, да, ребята, там тоже крутое видео. И поставьте очень много лайков. Ну, да, ребята, мы уже будем кончаться. Да, с вами был The Roblox. Изначально я говорил Жека Roblox. Ну, давайте... По-старейшему скажем. С вами был Жека Проблокс. Всем удачи и всем пока.